Blood must be shed. Старается отгородиться от других людей. Точек зрения выстраивая эмоциональную преграду между собой и миром. Считается наставником менее развитых людей. Нередко выходит из себя, и его доводы оказываются неверными. Восприимчивость, уверенность в себе, практичность. Старается отгородиться от других людей точек зрения. Может без труда склонить собеседника на свою сторону, непривычен к сопротивлению.